Магазинов тут очень-очень много. Шопинг здесь точно можно себе организовать. Почему мы раньше туда не заходили? Здесь реально классные вещи и качество обоев. Тут открывается такой вот красивый вид на улицу и стекляль. На самом деле все, конечно, так подорожало. Все самое полезное, где можно набрать килограммы, только для вас. И все стоят, чтобы попробовать эту рыбку. Всем привет! Мы сегодня отправляемся на улицу Истекляль и на площадь Таксим. Сейчас вот взяли себе апельсиновый сок, чтобы подзарядиться немножко. Будем сегодня шопиться и показывать вам красоту европейской части Стамбула. Пойдемте с нами. Наш отель находится недалеко от площади Баязид, и там находится как раз остановка, откуда ездит трамвай Т1, и мы на этом трамвае доедем до Таксима. Справа каботаж, а там пересядем на фуникулер. Вот, прямо возле остановки Баязид стоят такие вот автоматы, и здесь можно сразу же приобрести Истамбул-карт. Мы заплатили 70 лир за одну карту, ну и сразу же положили туда денежки. Все, проходим. Вот мы сюда вот приехали, получается, остановка называется Каботаж, вот перешли дорогу, и вот идем туда, и там находится у нас фуникулер. Вот мы наконец-то на площади Таксим. Давно мы здесь не были с мамулечкой. Да. Ой, я так это рядом с дедушкой иду, как будто бы это вместе путешествуем. Вот. Весело нам. Да, весело. В общем-таки, да, ничего не изменилось, все так же красиво, много народу. Площадь Таксим всегда оживленный. Вот. И сейчас мы пойдем уже на улицу Истекляль. Что, мамочка, делать? Будем шопиться. Шопиться. Будем как его? Шмопиться. Шопиться, шмопиться будем, да. Вот видите, здесь вот у нас находится мечеть на площади Таксим, а здесь вот уже сама улица Истекляль. Ой, родные места, родные. Места, где мы тратим деньги. Да, 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 да. Обожаю улицу Истекляль, потому что здесь есть разные магазинчики интересные. Вот Swatch, там часы покупала, Guess, и там дальше, если вниз спускаться, там есть и Вайкики, и Дефакто, и XXO, которая моя любимая, там и Zara, и Манго. В общем, гуляешь так по улице, это, наслаждаешься вот этой атмосферой европейской, да, вот, и заходишь параллельно в магазинчики интересные. Вот реально буквально отошли от Таксима 3 минуты, наверное, и вот сразу LC Вайкики. Мама, конечно же, хочет туда, она обожает этот магазин, вот. А я как бы так, я равнодушна к этому магазину, маме очень нравится. Вот можете видеть цены, 179 лир, 279 лир, вот, в юбке за 549 лир. Вот. На самом деле все, конечно, так подорожало по сравнению с тем, что было 2 года назад. Я думаю, это не только так в Турции, это везде. Здесь всякие разные купальники к летнему сезону красивые есть. Спортивные вещички, вот такие вот маечки по 280 лир. Вот такие вот маечки. Ой, какие интересные маечки. Смотрите, типа майка в майке. 180 лир такая вот стоит. Сейчас такая рубашка в моде, как я видела. 500... лир стоит. Сейчас буду мерить. Если честно, мне так неудобно ходить, снимать и рассказывать вам об этом, обо всем, потому что я вообще не знаю, вам интересно смотреть шопинг или не интересно. Пишите в комментариях, пожалуйста. Вот, делать вам обзор там магазинов, показывать вам цены актуальные или же нет. Потому что мне кажется, как будто бы это, возможно, не всем интересно. Я обычно, когда шоплюсь, ничего не снимаю. Но этот выпуск я попробую поснимать по максимуму и потом напишите в комментариях, стоит тогда дальше делать или нет. Вот. Жду вашей поддержки. И ставьте обязательно лайк, конечно. В общем, мы с мамулей ничего не нашли себе в Вайкики, на удивление, что мама ничего не нашла себе. Мы идем дальше, и вот тут нас встретил магазин Катон, и мы заходим сюда. Вот. Ну, конечно, вон еще, я уже вижу Манго, Коллинз. Магазинов тут очень-очень много, шопинг здесь точно можно себе организовать. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь у нас предлагают. Вот сразу какие наряды модные. Мама уже там пошла, где-то уже что-то там себе смотрит. Вот такие всякие, смотрите, рубашечка такая вот есть. С чупа-чупсами, прикольно, слушайте. А стоит такая рубашка 719 лир, 720 лир. Охренеть, на самом деле, вообще, как бы,
примерно, где-то 5000 рублей вот такая вот рубашка стоит. Я не знаю, скажите, это нормальные цены или нет, или это все-таки дорого? Тоже вот видите, везде сейчас эти короткие рубашки, но я не люблю красный цвет, он не мой. И здесь вот разные-разные вещи. И еще знаете, что я хотела вам сказать, то что я не люблю такие магазины, где очень огромный выбор. Потому что невозможно, вот у тебя глаза разбегаются, что-то смотреть. Я люблю зайти в магазин типа Mavi, там пару вещичек есть, и ты посмотрел на эти пару вещичек, что-то понравилось, купил. А когда слишком много, как будто бы, знаете, давит на тебя, и ты не можешь определиться, что ты хочешь купить. Вот этот наборчик прикольненький, смотрите. Вот такая вот маечка, такие вот шортики, такое все яркое. Ну вот майка стоит, только одна майка стоит 720 лир. Еще плюс шортики. Шортики такие вот стоят 960 лир. То ли я во времени потерялась, то ли что, но мне кажется, что это очень дорого. В смысле, если на рубли переводить, то это как бы вообще не дешево. Если на чешские кроны переводить, конечно, как бы цена норм. Вот. Что думаете? Так, мама говорит, что здесь ничего не нравится, поэтому мы уходим. Ой, как мне нравятся эти флажочки наверху, ну красиво так смотрится вообще. Да, манго, сейчас пойдем манго. А вы знали, что манго и Зара отшиваются в Турции, и что они здесь на 15% дешевле стоят? Вот я такую информацию вычитала. Не знаю, насколько это правда или нет, но говорят, что так. О, как здесь все ярко в манго. Мама вон уже смотрит, кстати, у нее это платье тоже из манго, она покупала в Таиланде. Очень крутые здесь яркие вещи. Я люблю все яркое. Где там яркое, там Залина. Ну, вообще, ну красота же. Посмотрите, какая сумочка. Вау. Такая модная. Какое платье. Ё-моё, куда деваться? Манго. Что за коллекция? Ну, это прям на свидание куда-то ходить, слушайте. Но мне, конечно, рост не позволяет вот такие вот платья шикарные носить. Потому что я маленькая, я 1,60 м. Вот такое вот платье стоит 1800 крон. Ой, лир. Я все в Чехии. 1800 лир. Ну, как бы здесь такие цены, да. Ну, манго, в принципе, всегда там, здесь цены были не дешевые. Но зато здесь качество и реально очень интересные фасоны, очень интересные платья. В общем, нам нравится с мамой. Понравились такие вот штаники, они такие прикольненькие, летние, легенькие. Стоят 1500 лир. 1600 лир, ребятки. И примерно тут все такие цены. Вот рубашка к ним, допустим, да, у нас рубашка стоит тоже 1600 лир. А вот и красный трамвайчик. Мы сейчас направляемся в H&M. В H&M я люблю всегда смотреть себе купальники, потому что здесь прикольные всегда фасоны, коллекции. Вот такой вот купальник есть яркий, красивый. Вот оранжевый цвет, конечно, не уверена, что он мой. Вот разные, смотрите, видите, всякие такие вот чашечками. Вот этот красивый купальник, да? Ой, вот этот красивый цвет какой. Розовенький, нежненький такой. И вот плавочки такие. Например, сколько такой купальник стоит? 450 лир верхняя часть. А так, и нижняя часть у нас стоит 340 лир. Вот такой вот прикольненький купальничек. Ну все, шопинг удался. Залинчик купила себе купальник за 800 лир. Считаю, что неплохо. Больше мы тут ничего не нашли. Если честно, даже особо ничего не смотрели. Как-то у нас в этом году, знаете, такой шопинг скромный. Что-то мы не особо ничего не хотим. Вчера я заходила вот в этот магазин, только у нас там на райончике лофт. И там очень классные вещи продавались. Вот, смотрите, какая прикольная футболочка. Вот с такими вот вишенками. Такая футболка стоит 700 лир. Вот здесь разные вещи. Здесь вот эти вещи очень хорошего качества. Нам нравятся. Мы с мамой вчера вот купили себе. Немножко пошопились и вообще остались довольны. А я вот вчера еще купила себе вот такую вот кофточку. Она прикольная. По-моему, что-то 600 лир стоит. Очень красиво смотрится. И вот такие шортики есть модные, смотрите. Но я их не мерила вчера. Здесь выбор побольше, чем у нас там на районе магазинчик. И здесь вещи очень хорошего качества. И цены более-менее нормальные. Знаете, цена и качество соответствуют. Вот такие вот футболочки стоят по 450 лир. То есть это примерно по 1500 рублей. Ну, может, чуть меньше. Мы никогда сюда не заходили, только вот в этом году решили зайти. И думаем о том, что почему мы раньше сюда не заходили. Здесь реально классные вещи, и качество огонь, и цены нормальные. Вы посмотрите на это. Обалдеть. Да. Полиция. Какая модная здесь.
А вот мы и добрались до моего самого любимого магазина OXXO. Находится рядом с LC Waikiki. Вот мы сюда заходим. Вот какие шортики прикольные. Но здесь всегда, конечно, очень интересные вещи, поэтому советую этот магазин определенно, потому что здесь всегда можно что-то интересное найти. Здесь только летнее, знаете, прям кайфово на лето что-то набирать здесь. Вот по ценам такие вот маечки стоят 260 лир. Вот такая вот, смотрите, красивая блуза. Она стоит 900 лир. Вот такая вот рубашечка. Вот такая вот красивая вязаная кофточка, смотрите. Стоит 1200 лир. Вот еще разные блузочки, вон платьюшки. Вон мама уже что-то нашла, какую-то маечку. Вот этот магазин, конечно, просто любимчик мой турецкий. Вот мы потихонечку приближаемся к Mavi. Это еще один мой любимый турецкий магазин. Обожаю. Стоит 450 лир. Mavi. Я здесь часто беру себе футболки. Кстати, вот каждый раз, когда приезжаю сюда, всегда чем себе нахожу. Вот такая вот футболочка стоит 300 лир. Все тут футболочки по 300 лир. О, ребятки, ну что могу сказать? Шопинг удался, мы вот с мамой уже понабрали. Mavi меня в этом году не подвел тоже, в принципе, как обычно. Поэтому Залинчик очень довольна и счастлива. Сейчас пойдемте пообедаем, потому что мы с мамулей очень голодные. Вот это вот популярное место, здесь можно взять картошку. Знаете, это как крошка-картошка. Берете картошку и всякие начинки туда кидаете и кушаете. Не знаю, мы ни разу с мамой не пробовали, вот сейчас вот думаем, может попробовать. Но мы сейчас хотим прогуляться до одного другого места, посмотреть там кафешку. Если там ничего не понравится, вернемся, да, картошку поедим. Да. Слушайте, мы тут зашли, здесь такой незаметный павильончик. Вот, и находится на 5-м этаже ресторанчик с видом на эту улочку. Так, как тут подняться-то на 5-й? А вот лестница. Вот, видите? А вот называется ресторан, вот Сабирташи. Вот туда мы идем. Ну и местечко, да? Ага, и 5-й этаж еще. Мама говорит, зря согласилась, лучше бы картошку поела. Ну там вроде как очень вкусно, говорят, поэтому мы идем туда. У нас это в гиде написано. Мы купили маршрут, и в маршруте советуется этот ресторан Сабирташи. Говорит, если сильно голодный, то вам туда. Вот, а мы сильно голодные с мамой, поэтому идем туда. И пока поднимаемся, тут такие, это, какой-то пол-дэнс, что ли, здесь. Что-то очень странное место, куда мы вообще пришли. А вот и Сабирташи. Мама бедная устала. Прикольно, так выглядываешь из окошка, и тут открывается такой вот красивый вид на улицу Истикляль. Посмотрите, сколько там флажочков. С этой стороны и вон с той стороны. Вообще, ну кайф. Смотрите. Так, смотрите по меню, что у нас здесь получается. Это место специализируется вот на таких вот кёфтешечках. Называется Ичли кёфте. Мы возьмем сегодня на пробу две штучки. Не знаем, это вкусно, невкусно. Попробуем как раз, да, и вам расскажем. Вот, это место специализируется именно на этих кёфтешечках. И вот здесь вот меню. И цены такие довольно-таки приятные на самом деле. Потому что, допустим, вот суп мы взяли с мамочкой. 60 лир стоит. Здесь вот есть как типа чечевичный суп. Вот этот вот справа. А мы взяли с мамой, решили попробовать суп из айрана. И он подается холодным. Как окрошка. Окрошка по-турецки, скажем. Вот. И мне кажется, нужно попробовать, вкусно или нет. А вот эти вот кофтешечки Ичли кофте мы взяли две штуки. Одна штучка стоит 60 лир. Также по меню здесь не только вот такое, это есть, здесь разное есть. Вот, можете посмотреть, нажать на паузу. И здесь есть также десертики. Вон салатики и десертики. Ой, уже пришла наша окрошка. Турецкая окрошка. Thank you. Thank you. О, сейчас будем пробовать. И здесь, смотрите, в этом супе получается у нас тут идет чикпис. Это нут. Необычно. Я бы соли добавила.
Ну, очень вкусно. Вот мама правильно сказала, самое то в жару. Вот когда на улице жарко, прям очень хорошо. Смотрите, видите, как эти кефтешечки выглядят? Пришли кефте. А там вот человек лепит эти кефтешечки. Так вот это все дело выглядит. Вот он фарш. И получается, это как фаршированные пирожки, слушайте. Получается так вот тесто, и он фарширует, и вот так вот готовит. Опа, пока меня не было, пришла вот ичли кефтешечка моя. Сейчас будем пробовать это. Вот так, смотрите, она прям в кляре. Ой, горячая, очень горячая. Сейчас проедаем свой супчик, а потом уже буду пробовать вот это вот дело. И тут, смотрите, сразу идет лимончик и маленький салатик. Прикольненько, надеюсь, это очень вкусно. Вау, как тут все. Посмотрите, ой, какой аромат. Вау, прям бомба, ребятки, слушайте. Если вы не пробовали, обязательно приходите сюда и пробуйте. Прям бомба. Это место я определенно рекомендую. Мы объелись. И мы за это все богатство заплатили. Ха, вообще. 255 лир, ребятки, всего лишь. 255 лир. Ну, это вообще, конечно. Так дешево мы здесь еще не ели. Первый раз так. Вообще. И сейчас самое офигенное, что мы объелись. Возможно, для кого-то это, конечно, будет не сытно, но для нас это было очень сытно. Вот смотрите, там находится вот магазин Флормар. Здесь вот Тюрк Телеком. И вот это местечко. Здесь продают как раз эти кефтешечки. Если вы, допустим, не хотите подниматься наверх, вы можете здесь взять эту кефтешечку и поесть. И вот здесь напротив сразу находится Зара, куда мы сейчас и пойдем. Вот юбочка 1150, простая такая. Мама сумочку уже какую-то смотрит маленькую. 1400 такая сумка стоит. Да, и здесь все примерно вот такой вот ценовой категории. Коллекция хорошие, вещи есть хорошие, интересные. Вот такое вот украшение, смотрите, какое миленькое. Вот, ну все примерно вот стоит вот так вот. Мы сейчас зашли с мамой в магазин Watson. И тут, смотрите, продаются вот эти вот штуки. Это очень классная вещь. Стоит 80 лир. А знаете, что она делает? Она выпрямляет вещи, короче. Если, допустим, у вас мятые вещи, нету с собой утюга, берете такую маленькую штучку с собой в дорогу. И очень удобные ваши вещи это выпрямляют. Сегодня мы этой штукой пользовались. Также этот выпрямитель вы можете найти в магазине Gratis, по-моему, называется. Там тоже косметика продается. Вот, и очень классная штука, советую вам. Мы сейчас все идем дальше гулять. И хочу зайти в кафешку, где продают самый вкусный чизкейк Сан-Себастьян. Обожаю этот чизкейк, вот поэтому надо обязательно сходить в одно заведение и там поесть его. Вот мы и дошли до места, где продается самый вкусный Сан-Себастьян чизкейк. Заходите просто вот в это здание, и там внутри находится кафешка. Здесь такая вот статуя интересная. Здесь рядышком, смотрите, кошки. Стамбульские кошки, а там сзади живая кошка. Так это мило. Все, подъехал наш Сан-Себастьян. Мы заказали шоколада. Можно без шоколада. Без шоколада стоит 250 лир, шоколадом 285. И вот я заказала свой американо. И мама заказала себе турецкий чаечек. Вот. Сейчас это все дело будем пробовать. Да? Блин, они, конечно, тут шоколада. Не жалеют, они так много полили этим шоколадом, что прям обалдеть. Американо хороший. Блин, как же я обожаю этот десерт, он такой вкусный. Все самое полезное, где можно набрать килограммы, только для вас. Все наше богатство вышло на 470 лир. Все на этом. Хорошо, вкусненько перекусили, да, мам? Да. Такой миленький магазинчик я здесь увидела, смотрите, он называется World House. Здесь вот такие вот миленькие блокнотики, смотрите, какие красочные. Смотрите, какие прикольные кружки, такие ручки у кружек. Классно, да?
кому-то в качестве подарков можно принести такие вот кружечки интересные. А вот наверху, смотрите, картина по 400 лир. Тоже неплохо. Вот мы и добрались до Галатской башни. Мы туда ни разу не поднимались, там вот наверху люди стоят, я их вижу. Видите? Так, вот башня, вот мы. Да. Мы здесь были с мамулечкой, все зафиксировали. Как тебе башня? Не изменилась? Нет. После реконструкции вроде красивее, да, стало? Да. Вот недавно открылась. Как новенькая выглядит, да. Да. Недавно открылась. Да. Но мы туда подниматься не будем? Нет. Хорошо, все, пойдемте дальше гулять. Все. Мы с мамулечкой уже дошли до Каракёй остановки. Мы отсюда поедем потом домой. Опять-таки на трамвае Т1 доедем до Баязит, и там находится наш отельчик. Вот. И сейчас решили прогуляться по набережной Каракёй, посмотреть, что здесь есть интересненького. Здесь, конечно, открывается обалденный вид. Смотрите. Прям кайфуши. А там у нас красавица Айя София виднеется. Вот Галатский мост, здесь много-много-много разных кафешечек. Конечно, здесь больше всего рассчитано на туристов. Вот. Тоже можно как-нибудь один раз ходить. Мы там один раз с мамой были, больше туда не ходили. Вот. И там вот паромчики, кораблики плавают. Класс. Сейчас мы немножко ходим с мамочкой здесь прогуляться, а потом уже поедем домой. Тут такая вот классная набережная на Каракёй вообще. Ты гуляешь, вот люди, видите, сразу скамеечки все заняли, сидят, балдеют. Парочки, так это мило. Нас сейчас одна парочка попросила их сфотографировать тоже, как они смотрят на Босфор. Вернее, на Золотой Рог. Вот идем, гуляем здесь, дышим свежим воздухом. Ой, ну какая красота все-таки, как же я люблю Стамбул. Слушайте, здесь так интересно, мы никогда еще по этому району не гуляли, Каракёй, и... Здесь очень много интересных кафешечек, здесь так миленько, уютненько, очень прикольно здесь. Очень много разных кафешек, такие интересные. И прям, не знаю, как будто какой-то, знаете, очень мне напоминает этот район чем-то азиатскую сторону, но спокойную азиатскую сторону, именно Гадукёй. Только поспокойнее, очень много разных заведений интересных, миленько, так уютненько. Может быть, в следующий раз даже нужно будет остановиться здесь. Смотрите, сейчас покажу вам. Смотрите, какое здание. Да, так все миленько вон. И вон там вот улочка с кафешками. И здесь вот. Мне кажется, здесь вечером какая-то прям туса-джуса происходит, потому что прям к этому все здесь располагает. Возможно, сюда нужно найти селиться молодежи. Мне мамуля спрашивает: доча, а что это за очередь такая огромная? Здесь находится самая вкусная шаурма с рыбой. Называется балык дюрюм, да, по-моему. Есть балык акмек, это когда рыба в хлебе, да, а здесь именно в лаваше рыба. И это место очень популярное, и поэтому здесь такая вот огромная очередь. Вот. И слушайте, может быть, тоже стать, попробовать, почему. Неужели она настолько вкусная? Посмотрите, посмотрите, насколько длинная очередь здесь. И все стоят, чтобы попробовать эту рыбку. Офигеть! Вы просто посмотрите на это. Мы решили с мамулей постоять в очереди, поскольку раз мы сюда уже дошли, нужно попробовать эту рыбку. Посмотрите, вот мамуля стоит у меня, и сзади у нас уже, смотрите, какая огромная очередь. Стоим мы здесь, наверное, минут 5, может быть, 10. Ну что, дождались мы нашу рыбу в лаваше. Там очередь, конечно, огромная. После нас еще там была огромная очередь. Это очень долго занимает времени. Мы, наверное, простояли минут 30 в очереди, мне так кажется. Ну что, самое время пробовать, почему там люди так стоят. Неужели настолько это вкусно? Че, как? Вкусно? Угу. Я, конечно же, в этом не эксперт. Вот, поэтому мне сравнивать не с чем. Это вкусно, но что-то... Типа сверхъестественное? Нет. Обычная рыба в лаваше. Но вкусная. Вкусная рыба в лаваше. Хочу сказать большое спасибо прекрасной девушке, которая посоветовала это место. Она посоветовала это место уже давным-давно, еще в 2000...
в 21-м, по-моему, году. И дошла я до сюда только сейчас. Мы тут с мамулечкой сидим на лавочке. Рыбаков это... Отжали лавочку рыбаков, короче. Они тут положили свои рюкзаки, удочки. Ну, а никто там сидит. Мы такие, ну ладно, мы присядем. Доели рыбу в лаваше. И беру свои слова обратно. На самом деле это было очень вкусно. Потому что я сказала, типа, ну просто рыба, просто в лаваше. Да. Угу. Не так-то все просто, на самом деле. Потому что через 5 минут уже этой рыбы не было. Вообще вкусно. Да. А мы еще с мамой думали взять одну рыбу на двоих. Ага, ага. Мы такие сели, такие захомячили, быстренько все съели. Было очень вкусно. Я бы на самом деле еще бы там поела. Одна на двоих бы мало было. Конечно, конечно, 100%. А вот так вот мы поели. Красота. В общем, советуем это место однозначно. Это было очень вкусно. Очень, еще хочу. Очень. Мама вообще довольна. А, кстати, забыла-то про цену сказать. Получается, за две рыбы мы отдали 320 лир. Получается, 160 лир – одна рыба. Одна рыба. Одна рыба в лаваше. Вот, так что имейте в виду. Ладно, а то тут рыбаки уже пришли, вон. Мы тут отжали их лавочку, понял? Модно этот сидим, пошли. Вон, видите, лавочка, да? Это сейчас там рыбаки сидят. Видимо, они ждали, когда мы уйдем. Мы только ушли, они сели, бедные такие. А вы нагло сели. Да, но потому что там никто не сидел, когда мы там были. Мы просто присели поесть. Мы хотели поесть с видом на Босфор. Вот, мы поели и сразу ушли. Да? Да. Все по-честному. На этом прекрасном месте мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам выпуск наш понравился сегодняшний. Мы старались, мы показали вам цены, показали магазины, погуляли по улице Истекля, сходили в разные заведения, попробовали вкусный лаваш с рыбой. Вот. Поэтому, если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А следующий выпуск будет, не скажу откуда, потому что мамуля не знает, куда мы завтра летим. Для нее это будет сюрприз, это мой подарок ей на день рождения, поездка в Турцию. Я все заранее забронировала, все заранее купила билеты, вот, и мама сейчас не знает, куда мы завтра летим, но знает, да, что на море куда-то летим. Так что давайте, оставайтесь с нами и ждите следующий выпуск. До свидания. Всем пока-пока. Пока.